Меня не страдает и не болеет. Мама самостоятельная, она оздоровлением занимается. У нее муж молодой. Гимнастика у нее, я не знаю, что там у нее. Мне вообще насрать. У нее все нормально. У нее семья своя, отдельный дом, там все нормально у них. Да, и они не живут. И она нормальная! Она не больная! Но она инвалид, но она не настолько больная, чтобы вообще пипец, да. И у нее муж молодой, который ее любит и вокруг нее там обстраивает ее, скачет. Вопросы какие-то ко мне, что ты ко мне пристал своим, да, поняла на тебя. У них семья, понимаешь? А я холостой, у меня нету семьи, у меня жены нету, ты не понимаешь, что ли? Ты кретин совсем, что ли? Ну, нет, наоборот, да, наоборот. Вот когда он ее бросит, если ты сейчас про свои будешь говорить, вот тогда я понял, да, она про себя так говорит, да. И у бабушки все нормально, у нее нормальный, как бы, Настя и Марато нормальные, да. Настя и Марат под рукой, по соседству живут на огороде, да, понимают. У нее старший сын в семье, у которого все нормально, да. У них все нормально, понимает она, да. Че ты? Если бы они были беспомощные, то они были бы беспомощные, да, понятно. У них все нормально, они, да. Отвали от меня, что ты, я тебе еще раз, жены у меня нету, что у тебя, какие-то вопросы, что ли, есть еще, да, поняла. Что ты ко мне лезешь со своими, да, понимаю, да. Молодой муж о ней позаботится нормально, да, понимаю, вот и все, что это вопросы. А Маратке позаботится нормально Настя и Бико, бабушка, нормально позаботится, понимаю, как всегда. У тебя какие-то еще какие-то вопросы, что ты ко мне лезешь, блин? А у меня даже жены нету, правильно понимаю, да. Познакомься с семейством Губаево, Вох, Вых, да. Чудновских и всех остальных там, да, Чудновых, Чудных, да. Адекватных очень людей. Это не имеет значения никакого, если ты так интересуешься просто. Это, да, это просто, да. Что тебе, ну вот она себя так думает, потому что, да. Я-то здесь при чем? То есть ты мне то же самое скажешь, надо скорее начать зарабатывать деньги уже, и все, ты потом просто реализовываться, чем я и занимаюсь, собственно. А, тогда учиться тебе нельзя, а чем это мешает? Вот отсюда уже другой вопрос. Чем это мешает? Ты тысячу раз повторять одну и ту же хине, что ли, пошел ты нахер, блин, да. Значит, надо учиться и одновременно работать, понимаешь? То есть зарабатывать деньги одновременно. Возможный вариант, ты правильно понял меня. Да. То есть, но я не собираюсь как бы работать кем-то рэпером и одновременно быть классическим. И нет, я собираюсь быть классическим музыкантом и композитором, просто музыкантом а-ля Скрябин и все, и точка, блин, пошел нахуй. Да. Это изначально был план судьбы у меня. Ну, судьбы, при чем здесь судьбы? Просто чтобы было понятно тебе. То есть нормальным надо просто, да, одноплановым человеком. Вот как вот ты мужик, ты моном, ну как бы, ты не можешь одно. Да, он тебя понял. Да. Ну, значит, бездельница ты, значит, да, понимаю, он тебя. Меня не касается, да. Значит, где-то ты сдал позицию свою, да. Значит, где-то ты устарел, значит, да. Вот разношерстность, разноплановость, это не очень по-мужски. То, что женщина, да, женская тема, это она всем занимается и всем не всерьез, и всем как бы за чужой счет. И, типа того, да. Да, она поняла тебя просто. Чуть-чуть понарошку, как бы. Ну, так, ну, и так. Думал, что мужик одно дело, что-то вот делает и все, как получает образование и там, да, и общество с тебя спрашивает, как с личности, которая сама себя вырастила. Ну хотя бы образование с тебя спрашивают. Потом ты Элвис Пресли, образование тебе не надо, нигде, я буду смотреть только как на Элвиса Пресли. Если такой, я еще и писатель и поэт, а всем на это насрать. Понимаешь? Тогда тебе надо пробивать себя там. Ну, ты опять раз, да, то есть а почему ты себя как Элвиса Пресли это придал тогда? Я не мечтал никогда быть Элвисом Пресли, как бы меня тогда, я для этого ничего не придумал, да, то есть, ну я к примеру тебе говорю. Я тогда просто поеживался, просто попробовал. Нет, не в этом дело. Славу на вкус, да не славу, да, мне не касается. Просто мне было это интересно, да, просто это часть профессии, в
это вообще, если честно, это все мужское, да. То есть, ну, я не, ну, нет, я просто тебе объясняю, что публичность, это у любого мужчины это нормально. Если ты, я тебя просто убью. Я тебе сказал публичность. Какие у тебя мнения на этот счет? А я тебе, да, понимаешь, я тебе сказал, публичность, что такое? Открой словарь, посмотри, что значит публичность. Если ты имбецил, да, значит, да. Публичность — это мужская тема. Работать на публику, быть всегда на публике, быть всегда на глазах у всех — это мужская, исключительно мужская, исключительно мужская категория. Кажется, одномоментно, да. Понимаешь? Кто виноват, что ты озабоченный? Ну, меня не касается, а то, что делать, да, я просто понял. Это твоя проблема, потому что он тебя представляет. Да. То, что в твоей голове, меня может косвенно только касаться, понимаешь? Но если я нормально работаю, я просто уже сейчас не выдержал. Если я нормально работаю, ты даже не просто долгий разговор, да, понимаешь? Достали уже просто натуральные дураки, что ли, идиоты просто натуральные вообще. Просто, да, у меня, да, классический музыкант, типа, Скрябин или Бетховен, но лучше, но нормальный, то есть, который долго проживет, и не Сальери, и даже не Моцарт, а Губаев, ну, даже не важно, Губаев, это не важно, просто музыкант, профессия, человек, который занимается музыкой, который знает, да, да, знает, да, и так далее, да, да, наверное, сам себя вырастил, ну, наверное, как-то так, да, ну, как ты будешь сам себя врачевать? Надо деньги заобразовать. Откуда ты их возьмешь, да, понимаешь? Сам себя вырастил, ну, и чё ты хочешь сказать? Ну и сиди выращивай сам себя, рэпер, нет, даже, да, они даже там не выращивают сами себя, потому что они друг друга, знаешь, слушают, да, понимаешь, так что не надо тут гнать, короче, крестницу, да. А почему та музыка, которая тебе кажется нормальной, она отдельно от всей жизни остальной, от человечества? Человеческое. Ну, давай, короче, это долгая мужская тема, территория смеха, да. Смеха, да. Надоел уже. Короче, да. Ты еще что ли? Что-то непонятно, что ли, есть? Ну, все, да. Все, у тебя там, да, как будешь расширяться, знаешь, что будешь делать? Понимаешь, тогда ты, вот если бы ты был каким-нибудь другим, вот не музыкантом, а ты был бы таким, не знаю, филологом, академистом, там, еще кем-нибудь, там, эти самые, да. Тогда ты бы сказал, я это, и это, и это, и это, да, понимаю, да. Да, понимаю, да. Ну, типа того, да. Ну, да. Да, то есть, скорее всего, тебе надо в какой-то области уметь то, что уже умели для тебя, то, чем ты восхищен, там, да, то есть тебе надо получить какое-то знание, и за него надо заплатить, образование, чтобы стать кем-то похожим на это, наверное, да, чтобы, да, типа того, ну, наверное, ну, для чего, не знаю для чего, но сиди на месте тогда, чем мне это объяснять, это тогда вообще, ну, да,
консерватории надо учиться, понимаешь, чтобы уметь. Ну тогда учись то же самое. То есть, ну, другую традицию тогда учи себе, которая это. Вот ты, Элвис Пресли, например, любишь музыку. Он тоже учился где-то, да. Или у кого-то, и что тебе мешает делать это, ну, хорошо, и вот это он имел в виду, что в консерваториях там все ну, как бы это он на себя так думает. Это я тоже, потому что это не суть разговора, да. Да, понимает он тебя. Не умеет туда играть, и все, значит. Вот залезь туда, да, чертовщина там, там ничего нужного нету, естественно, да. Давай выяснять тогда. Хорошо, я люблю академическую музыку и только ей хочу учиться. Достаточно формулировка для лоха, да. Наоборот, он тебя посадит, думает, так и так. Ладно, это вот он имеет. Я не буду бегать за этим миром. Этот мир что-нибудь там. Мне на этот мир вообще насрать. Я хочу это уметь и все. То есть, или по-другому. В этом мире все принимается, надо только делать это. Надо только за это паять. Паять за это, да, наоборот. Это имеет в виду. Так оно и есть, потому что, да. Просто надо делать это на должном уровне. Понимаешь? На очень высоком уровне качества. Надо уметь это делать. Понимаешь? Устал уже просто. Он о себе так думал, потому что, да. Вообще ничему, да. Никогда ни у кого, да. Настоящий мужина, да. Ну нормально, жизнь живешь за то. Понимаешь, если ты мужик, я такой слабак. Слабость — это что? Это недостаток навыков просто. Умений и знаний. Да. Понимаю, да. То есть это не оправдание. То есть, да, понимаете. Ну да. Ну ладно, оправдание, и дальше что? Ну, после... ну это он имел в виду. А. Нет, ну это он имел в виду, да. Дрестун, говорит, ты просто все. Да. А, да, не спортивный. Спортивности нет. Ну да, ну это образный, да это не обязательно, понимаешь, суперспортсменом, я не думаю, что это специально занимается спортом, чтобы там качать фортепиано, как бы, или, ну может и занимается, но не факт, что это большой успех будет, как бы, так скажем, в фортепианном смысле. То есть спорт в том смысле, что, как бы, не отдельный от, как тебе скажешь-то, от жига, то есть, ну, прикладной, то есть, ну, то есть, на собственно, на фортепиано, упражнения, гаммы, всякая херня. И сами произведения. Ну, короче, долгая тема.
смотреть. Если так, то может это тоже
к чертям, это все зря было, да? Просто надо. Хорошо. То есть это все некрасиво и неумно, да. Почему она смешная? Вот смотри, нелепо, и я окажусь наглецом. Прикинь, а я вот сейчас бы сидел, играл, и мне бы бабки сыпались. Я тебе ничего не... Нет, я... ну она поняла тебя. Ну сейчас вот я бы вел бы стрим, и у меня просто была бы зарплата какая-то, ну, 1005, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Какая нахер разница? Ну тысяч там сколько нормально, чтобы... чтобы прожить и квартиру заплатить, и все. То есть была бы у меня зарплата, тогда бы это не было смешно, понимаешь? Ну, не зарплата, а деньги были бы у меня, понимаешь? Ну, доход в виде стримерской музыки какой-то, еще чего-то, ну, понимаешь? То есть я бы сейчас вот стримил, прямо сейчас, например, да? И я ни на что не пошел нахер! Я тебе просто объясняю, что я вот сейчас нелепо выгляжу. И меня можно сейчас взять за яйца и сказать, ну, ты только, да, то есть я нелеп сейчас, вот как Марат когда говорит, да. Почему так? То есть сижу на обеспечении родственников, да, питаюсь всяким для... Ну, нет, не в этом дело. Это не твое собачье дело, чем я тут питаюсь. Я за их счет питаюсь, понимаешь? Да, то есть деньги, то есть, да, да. Ну, и чуть-чуть подрабатываю уроками. То есть я не музыки, от музыки я вообще ничего не имею. Да, то есть уроками как бы там бла-бла-бла. Ну, неважно, музыкального мастерства, бла-бла-бла. Неважно это! Не музыка, я зарабатываю деньги, да. Ну, она поняла тебя, да. То есть, как бы не за музыку, не за... Да, настолько интеллигентно, да. Вот я тебе объясняю. И поэтому я нелеп сейчас, понимаешь, да? То есть, ну да, в чем... Да, понимает она тебя, да. Да-да-да. То есть, вся разница в доходе, говорит, она поняла. Ну, не в этом дело. Что здесь, к кому еще доходит? Она поняла тебя, да. То есть, как бы, да. От музыки я вообще ничего не имею. Thank you.
заниматься чем-то лишним. Я сижу и делаю музыку. Мне вот это только интересно. Как бы умею ее делать и сочинять, и все остальное. Да. Это ты уже идешь на размен. Тогда мне надо. А не, не надо, пошел нахер. Если почему так? А потому что ты будешь отвлекаться. А то, что я сейчас делаю, это часть, да, музыкального образа, да, музыкального образа. Да, поняла тебя просто, да. Да, ну вас нахер. Ну, поняла, ты поймешь, да, то есть. Да, да, да. Ну а как вот уже? То есть я не собираюсь так жить, ты что, не видишь, что там написано, да, то есть. А зачем? С какой стати, да, я в концертах возьму, да. Мечта у меня такая. Да, только, ну, мечта, она нелепа, когда ты денег за нее не имеешь, правильно? Вот и все, вот и все, да, понимаю. И ты смешон тогда, да, понимаешь. Хобби это отвратительно, понимаешь? Да. Ну, как можно? Ну, нет, если женщина что-то там делает, ты как бы, ну, твоя женщина, то есть жена или дочка твоя. Деньги платишь, ну, то есть за ее хобби не знаю, что. Ну, фиг знает. Да. А что столько времени то у них, да? В нормальном виде это просто трата ресурсов энергетических, да. Свою жизнь можно намного лучше прожить. Настоящим, понимаешь, вот, да, с настоящей любовью, с настоящей, да, то, вот что-то вот настоящее для души жизни, понимаешь? Да, то есть нам это не понять, наверное, да. Понимаю, да. Да, да. Ну да, это не касается. Я просто тебе объясняю, что да. Да, да. Ладно. Мама родная, мама родная, да. То есть, ну она не мужская. Жизнь души, она не мужская, понимаешь? Не обусловлено ничем, понимаешь? Благород с природой, да, благородство. Вот поэтому так вот, наверное. Ладно, приехал уже. То есть, как бы, я тебе говорил, что в том-то и самый страшный парадокс, что такая жизнь, она всем была бы нравится. Да, то есть, как бы, ты бы захотела ее жить. Ну, да. Но для нее надо, ну, не знаю, пострадать, что там надо. Ничего не... Чтоб с тобой что-то делали, не знаю уж, да, что... И, да, ну, вообще, в целом, даже я так не могу, чтобы за тебя все решали. Или решали куда-нибудь, да. Ну, типа того, да, наверное. Ну, блин, это всего лишь процесс размножения. А дальше что? Ну, и что? Чтобы дети за тебя решали, как тебе жить, понимаешь? Как тебе угождать, да. Чтобы твой муж за тебя, как бы, муж пришел, и ты его вылизывала, как бы, как сказать-то, и что, ты его облегала как-то, чтобы, да, его, да, как-то так, да. Что, даже не из страха, что, не дай бог, другой, а потому что это счастье. Вот оно в этом заключается, как ни странно. Потому что это, я не знаю, как сами решайте, короче, мне уже надоело. Потому что это нормальность, понимаешь, потому что у тебя, да, да, понимаю. Да, да. Да, это не волнует, сами разбирайтесь. Всегда было, и всегда будет, все остальное у меня как-то. Ну, это понял. Надо заслужить, просто так ты ничего не реформируешь. Надо это заслужить, постепенно наработать, постепенно оттаять, натаять что-нибудь там. Ну, сразу можно забеременеть, но опять, если ты больная, то как ты... Ну, если как, ну да, уже... Ладно. Ну, наработать я имею в виду не в себе. Не финансовое, естественно. Не надо. Да, сиди.